И все, ребята, всем привет! С вами я, собственно, Компон. Сегодня мы переезжаем с Москвы в Минск. Так, надо позвонить пока что Ролану. Так, алло, привет. Алло, привет. Помнишь, мы с тобой договаривались вчера? Переезжать. А, да. Ну так, давай едь ко мне домой. Хорошо, сейчас. Защищаемся. Ладно, давай, сейчас приеду. Угу. Так, хорошо. Все, вот. Давай, до связи. Поворачивай. Все, поставила аварийку. Сейчас он может выйти с машины. Так, что тут у нас? Багажники. Такс, привет, Давид. Все, привет. Угу. Так. Так, хорошо. А ты будешь выходить с машины? Так, я же вышел уже. А, вот, да. Я тебя вижу. Так, ну а получается, это в Пинск поедем, да? Нет, нет, не в Пинск, в Минск. Будешь немножко. Да, вообще. Так. Ладно, ты там маршрут прокладывай тогда. Сейчас я уже так, хорошо. Поехали. Я уже маршрут проложил, поэтому я уже взял все вещи. Короче, я вызвал грузовик, который поедет в Минск. И он завезет там все мои вещи, которые приедет. Ладно, давай садимся. Сейчас закрою дверь. Так, все. Жесть, так звук. Так, залозим в машину. Так, все завел. Сюда оборточек положу ключи. Ключики. Так, ну что там? Так, ты там уже выехал. Давай, поворачивай. Осторожно. Так, вообще в какую сторону, интересно? А. Ну, я же поворот включу. Я даже слышал, через машину как-то по какого поворотник работал. А, да, забыл. Да, всем привет, ребята, и сегодня мы будем ехать в Минск или в Пинск там. Ну, в Минск. Ладно. Ладно. Так, пока что мы едем. Ладно, ребята, сейчас будет, собственно, таймлапс. И, ну, короче, сейчас мы будем ехать в ускоренном режиме. Ну, да. И включим запись, Включим запись, когда мы приедем.
Фух, все, наконец-то мы приехали. Да, наконец-то. Ходим. Так, все нормально с точкой. Угу. Фух. Проехали все эти километры, которые нам надо было проехать. Ага. И вообще приехали, конечно, в Минск. Да, ну, в принципе, такая недолгая поездка у нас получилась. Да. Мне кажется, что можно даже было таймлапс снимать. Угу. Ну да, вот так вот. Ах, вот такая у нас поездка. Ладно, давайте прощаться с подписчиками. Ладно, ребята, если вам понравился такой видеоролик, то, пожалуйста, поставьте лайки и подписки. Кстати, ребята, если вы хотите... Почему мы снимаем вторую рубрику, как мы переезжаем? Потому что в прошлом ролике, как мы сняли, как мы переезжаем в Москву, или не помню, в какой там город. Питер. А, да, точно, в Питер. Оно набрало 2000 просмотров. И мы просто с Роланом удивились. И поэтому мы решили снять вторую часть, как мы уже не в Питер переезжаем. Вниз. Ладно, ребята. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. Если вы хотите больше видеоконтента, то ставьте лайк. Ага. Кстати, ребята, еще хотел напомнить. Спасибо за 1300 подписчиков. Мы этому очень рады. Кстати, подписывайтесь на моего друга Ролана. Я оставлю ссылки в описании. Давайте ему тоже поможем набрать подписчиков. Ну и все. Ладно. Всем удачи, всем пока. Ожидайте следующее видео. Поэтому всем удачи. Всем. Давай, пока.